солдатам, воевавшим, низкий наш поклон. По солдатам в битве павшим колокольный звон. Что такое подвиг, эти ребята знают лишь по стихотворным строчкам. А 20-летнему Николаю Редькину в далеком 43-м пришлось вынести эту нелегкую ношу на себе. После ускоренных офицерских курсов он попал в самое пекло – на операцию по форсированию Днепра. В течение недели молодой лейтенант вместе со своим взводом удерживал занятый с боем плацдарм. А во время одной из контратак фашистов Николай в одиночку заменил погибший пулеметный расчет, устояв против целой роты немецкой пехоты. Именно такими примерами описывает настоящая воинская доблесть, считают педагоги. Насчет понятия героизм еще трудно говорить им, но первые азы, ступеньки к пониманию, я думаю, уже есть. Мы родом из детства. И вот если все в них заложили, крупицу добра, такими они будут и дальше, в свою взрослую жизнь. Николай Васильевич Редькин прошел всю войну, а после нее дослужился до полковника. Он прожил долгую жизнь, которая закончилась в 2000 году в этом самом доме на улице Дощенникова. Пожалуй, нет ни одной семьи в нашей стране, которой бы не коснулись события тех страшных лет. И эти воспоминания будут передаваться от родителей к детям, внукам, правнукам и дальше. Как, например, военная история прадеда шестиклассницы Полины Кожевниковой. Ну, я знаю, что он на войне познакомился с моей прабабушкой. Он получил ранение и встретил его там в госпитале. Прадед Полины не дожил до победы. Но память о нем, как и о всех героях войны, будет сохраняться из поколения в поколение. Я очень хочу, чтобы над вами всегда было мирное небо. Чтобы у вас всегда было все в жизни хорошо. И чтобы вы хорошо учились. И самое главное, помните тех, кто принес нам победу. Благодаря кому вы тоже живете сейчас. И глядя на этих ребят, уверены, что никто не будет забыт и ничто не будет забыто. Дмитрий Сидельцев, Степан Некрасов. Новости на ТНТ.